Программу себе уже свою перегнуть. Меня уже, можно сказать, тошнит. Подобных казусов. А может быть и нельзя сказать. Только снова и снова я именно здесь оказываюсь, когда хочется где-нибудь. Я закрываю глаза, и мне красно от солнца в терпком сиреневом запахе. Вроде надо бы за руку, да тут, наверное, дом. И я вижу всех тех, кто меня хоть когда-нибудь за руку. С кем мы за руки? Лица, губы, в общем, всех, кто. Вижу всех, кто дом. А сквозь них, будто они, прости господи, призраки. Ладно, это глупая шутка, как небо, что за листвой, только одно лицо. Как говорится, и ныне, и призна. И ладно бы, да ведь это твое лицо. А значит, вновь как бы мчусь то ли в Ясенево, то ли в Бутово. От смешливого, быстрого голоса, сжавшись в единый нет, потому что ты меня. Опять то ли первую букву, а то ли на английский манер. То есть вот так. Слышишь, Ю, приезжай немедленно. У меня молоковой немерено, и сего, и все это настолько страстно, как будто бы не намеренно. Дескать, ну, конечно, сегодня. Ну да, сегодня. Ведь за руку ты меня лично внезапно сродни откровению. Горячо и жутко, будто бы кто отбирал, я же не верил, злясь на себя, что верно. А ты мне в глаза плевал. Тебе пора. Ну как же нелепо знать, что еще не уймусь пока. Озираться в поисках символов, цепляться за каждый знак. Такая была во всем этом нежность. Такая музыка. Такая нелепая правда. Такая весна.